Новый поворот в деле о гибели малайзийского Боинга в Донбассе. Российский концерн «Алмаз-Антей» сегодня обвинил в искажении фактов Международную комиссию по расследованию. Изготовитель систем ПВО «Бук», одну из которых использовали, чтобы сбить самолет, привел такой пример. Участок местности, указанный в окончательном варианте отчета Международной комиссии на странице 146, как район пуска ракеты, якобы соответствующий расчетам концерна ПВО «Алмаз-Антей», территория, расположенная к юго-востоку от Тореза, не обозначался как таковой ни в одном из документов, направленных концерном в адрес голландской стороны. Речь вот о чем. На 146-й странице в синей рамке вероятный район пуска ракеты по Боингу, рассчитанный «Алмаз-Антеем», как отмечено по данным, которые представила нидерландская сторона. Черным обведена зона, которую рассчитала международная комиссия. Лиловой – украинская сторона. Тут же город Торрес, левее. Это важно. А вот это материал из доклада специалистов «Алмаз-Антея». От их синей рамки Торрес намного правее. Данные обнародованы в один день с голландскими, 13 октября. А та первая карта, заявили в концерне, вырвана из контекста. Она была представлена комиссии еще в августе, когда проводилась проверка, могла или нет ракета быть запущена ополченцами. Ответ «нет» был получен не на бумаге, а в ходе масштабного эксперимента. Была воссоздана зона поражения от зенитной ракеты, попавшей в лайнер. И, как заявил «Алмаз-Антей», расположение пробоин подтвердило версию о пуске «Бука» из района, подконтрольного именно украинским силовикам. В Москве указывали и на другие нестыковки в выводах международной комиссии. Например, о модели ракеты и намеренно настаивали на возобновлении расследования.